Дорогие выпускники, уважаемые гости, преподаватели, организаторы мероприятия, с огромным удовольствием сегодня выпускаем «Добрый путь» наших выпускников. ВМЕХ на протяжении уже более 85 лет, как высшее учебное заведение, готовит кадры для оборонной промышленности, и мы гордимся нашими инженерами. В последнем послании президента Путина много было сказано о военной технике, и почти ко всей военной технике имеют отношение выпускники ВМЕХа. Мы занимаемся и артиллерией, и подводным оружием, и космическими системами, и ракетами, и гордимся выпускниками нашей инженерной школы. Но уже более 80 лет у нас существует военный факультет, военно-морской факультет, и не в меньшей степени мы гордимся нашими выпускниками. Раньше это были офицеры запаса долгое время, потом у нас образовался военно-учебный центр, мы готовим кадровых офицеров уже более 10 лет, и тоже гордимся их успехами. ВМЕХ является вузом гражданским, который готовит кадры для оборонной промышленности, но мы очень тесно связаны с Министерством обороны. Мы один из немногих вузов, который награжден орденом Боевого Красного Знамени. В прошлом году ВМЕХ был удостоен высокой чести быть лауреатом премии имени Жукова, коллектив ВМЕХа, за разработку новых видов вооружения, проводимые Министерством обороны. Мы гордимся тем, что мы выпустили министра обороны Устинова, мы выпустили все высшие воинские чины советской и российской армии, генерал-полковник Григорьев, генерал-лейтенантов, большое количество. Среди выпускников ВМЕХа есть вице-адмирал флота Советского Союза Владимир Макарович Величко. И очень большое количество наших выпускников и кадровых офицеров служат сейчас в воинских частях, и мы гордимся ими, и мы считаем, что наш труд привел к тому, что они достойно представляют интересы России и славят наш ВМЕХ. Спасибо всем преподавателям, которые принимали участие в подготовке. Спасибо всем нашим гостям. Огромное спасибо представителям военно-морского флота, гостям, без которых невозможна качественная подготовка офицеров флота. И выпускникам, вот прозвучал сегодня лозунг «ВМЕХ лучше всех». Этот лозунг родился в 1932 году как директива Коммунистической партии Советского Союза, но этот лозунг стал визитной карточкой ВМЕХовца, и мы желаем нашим выпускникам успехов и хорошей карьеры. В добрый путь, дорогие выпускники, и всех вас поздравляю с присвоением первого воинского звания. Спасибо.